Дорогие друзья, поздравляю с 25-летием национальной валюты тенге и Днем работников финансовой системы. 15 ноября является днем рождения казахстанской валюты, которая олицетворяет собой прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Бесспорно, тенге состоялся как валюта независимого государства. В целом, за прошедшие 25 лет в финансовой сфере осуществлен немало реформ. Совершенствовались денежно-кредитная политика и деятельность Национального банка по регулированию и надзору за финансовыми институтами. Для экономики любой страны, прежде всего, важно иметь относительно низкий уровень инфляции. Запланированный коридор инфляции на 2019 год составляет 4-6%. Национальный банк продолжит осуществлять курсовую политику, позволяющую сохранять золотовалютные резервы, а также работу по обеспечению финансовой стабильности. Основным приоритетом для Национального банка будет реализация поручений главы государства, данных в послании народу Казахстана. Традиционно 15 ноября Национальный банк проводит конгресс финансистов. В этом году он будет 8-й по счету. Участие в нем подтвердили свыше 300 банкиров, представителей финансовых институтов и организаций из более чем 20 стран мира. В рамках конгресса 16 ноября состоится биржевой форум. На повестке дня – тенденции, происходящие на казахстанском финансовом рынке в условиях современной финансовой архитектуры. Дорогие друзья, в преддверии 25-летнего юбилея тенге хочу еще раз поздравить всех с Днем национальной валюты и профессиональным праздником. Хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, счастья и реализации всех целей. Уважаемые коллеги, друзья, все, кто работает в финансовом секторе, кто прямо или косвенно связывает с финансовым сектором, поздравляю всех с Днем финансиста. В этом году мы празднуем 25 лет нашей валюте. Много чего сделано. Продолжаем укреплять независимость Национального банка. Но я хотел бы отметить, что все те результаты, которые мы достигаем, очевидно, они делаются с поддержкой и помощью всех, кто работает, при тесной координации правительства, ну и помощи финансового сектора. Еще раз праздником. Спасибо. Дорогие друзья и коллеги, от имени Национального банка я от себя лично поздравляю с Днем национальной валюты тенге, а также с нашим профессиональным праздником работников финансовой системы. За четверть века национальная валюта столкнулась со многими трудностями и вызовами. Благодаря мудрой политике главы государства, действиям Национального банка и правительства принимались меры, адекватные каждому моменту времени и направленные на достижение экономического роста и устойчивости национальной валюты. Сегодня тенге имеет свой собственный неповторимый стиль. За время обращения казахстанские банкноты и монеты неоднократно становились лучшими на престижных международных конкурсах, создавая свою историю побед. К этому значимому событию Национальный банк инициировал ряд интересных и содержательных проектов. Среди них выпуск коллекционных монет «Тенгеге Джермабешил» и «Серебра и Мельхиора», конкурс детских рисунков «Тенге глазами детей», на который поступило свыше 700 работ от детей со всех регионов страны, выпуск детской книги «История денег. Путешествие вместе с тенге», запуск телевизионных и интернет-роликов, документального фильма об истории становления национальной валюты и многое другое. Желаем нашей валюте, как символу экономической независимости и в дальнейшем твердости и стабильности, вам и вашим близким здоровья, благополучия и процветания. Дорогие коллеги, примите поздравления с Днем национальной валюты Казахстана – тенге. С момента обретения Казахстаном независимости тянется неразрывная, связующая нить прошлого и настоящего, традиционных ценностей, профессиональных традиций, которые мы бережно храним и уважаем в Национальном банке Казахстана. 25 лет назад, в ноябре, Казахстан ввел собственную валюту. С этого момента началась новая страница финансовой летописи суверенного Казахстана. Благодаря дальновидной политике президента Казахстана, национальная валюта за все время своего становления выдержала испытания экономических, политических и социальных преобразований. Сегодня тенге в первую очередь является символом независимости, а также успешного развития страны, занимающей прочные позиции в мировом пространстве. Поздравляю всех граждан Казахстана, работников финансовой системы с Днем национальной валюты. Желаю долгих лет жизни, счастья и благополучия. Құрметті әріптестер, құрметті ұлттық банк ұжымы, барлықтарыңызды тенгенің 25 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер.
тенге айналымға енгізілгеннен бері Қазақстанның ән ұраны, ел таңбасы сияқты мемлекеттік символға айналды. Тенге экономикалық дербестіктің кепілі болды. Осыған орай, барлықтарыңызды тенгенің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыста жеңіс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с 25-летием тенге, с Днем финансиста. Мы финансисты, мы служим стране. Давайте, как в школе, друг друга поздравим с успешным окончанием четверти века тенге. И от себя мы вам пожелаем: храните свои сбережения в тенге и мысли свои выражайте в них тоже. Да так, чтобы процентный канал ДКП с инфляцией был все дружнее да строже. Мы верим, что экономика будет расти в силу надежности финансового оплота. Так что финансистов ожидает впереди бесшумная, усердная работа. Желаем вам здоровья, успехов и благополучия. За годы своего становления тенге пережил многое. И сегодня, оглядываясь назад, мы с уверенностью можем сказать, что была проделана колоссальная работа на пути повышения эффективности денежно-кредитной системы страны. Более 11 лет назад были сняты все ограничения на конвертируемость тенге. Это позволило выставить правильные акценты на формирование информационной базы. И вот уже много лет валютное регулирование и статистика внешней экономики страны идут рука об руку, дополняя и совершенствуя друг друга. Мы с гордостью говорим, что статистическо-аналитическая база Казахстана по внешнему сектору экономики международными экспертами признается одной из лучших в мире. Дорогие казахстанцы, позвольте поздравить с юбилеем национальной валюты, пожелать благополучия и процветания каждой семье нашей страны. Уважаемые соотечественники, дорогой Казахстан, позвольте поздравить всех с этим знаменательным событием, пожелать тенге стабильности, Казахстану процветания, а нашим гражданам благосостояния. Құрметті әріптестер, мен сіздерді тенгенің 25 жыл үлкен мерейтойымен құттықтаймын. Тенгеміз жас валюта болса да, осы қысқа мерзімде өзін тұрақты және еркін айырбасалатын валюта болды. 1993 жылы біз тәуелсіздік экономика құрғанда, тәуелсіздік қаржы секторын құру мақсатында тенге енгіздік. Ол маңызды фактор болды. Өйткені сол жылдан бастап Ұлттық банк өзінің дербес ақша саясатын жасауға мүмкіншілік алды. Сіздер өздеріңіз білесіздер, банк сектор ол біздің қаржы секторының ең бас секторы болып табылады. Өйткені қаржы секторының активтері 75%-дан аса банк секторына келеді. Осы бәрі жетістіктер, жақсы жетістіктер Ұлттық банктің жұмыскерлерінің және қаржы саласының жұмыскерлерінің арқасында болып табылады. Біз өйткені сол жылдары біз бәріміз бірге қосылып банктер жұмыс істейтін үстеуге заң базасын құрдық, халықаралық базелдік қағидаттарды енгіздік, депозиттерді қадағалау жүйесін енгіздік және көп үлкен іс-шараларды жасадық. Осының бәрі біздің банктің секторының дамуына жақсы ықпал етті. Осыған орай, құрметті әріптестер, Ұлттық банктің жұмыскерлері, қаржы секторының жұмыскерлері, сіздерді шын жүректен тенгенің 25 жыл мерейтойымен құттықтаймын. Бәрлеріңізге денсаулық тілеймін. Қалталарыңызда арғашында тенге көп болсын. Хотел бы отдельно отметить труд наших работников финансового сектора, которые ежедневно, каждый день обеспечивают обслуживание миллионов транзакций, сделок населения, бизнеса, их финансовые потребности. Благодаря вашей, уважаемые коллеги, профессиональной деятельности
сектор финансовых услуг стремительно меняется, внедряются инновационные решения, расширяется масштаб, экосистема финансовых услуг. Все это, безусловно, позволит еще больше укрепить и обеспечить устойчивое развитие нашей финансовой системы. С праздником, дорогие коллеги! Елемес гүлдене берсін, теңгеміз ел болашағына қызмет ете берсін, жаңа жеңістер тілеймін. Национальный банк продолжает придерживаться лучших мировых практик как при внедрении инициатив на внутреннем рынке, так и при управлении нашими резервами на внешнем рынке. На внутреннем рынке нами был успешно запущен проект совместно с Clearstream по допуску нерезидентов на наш рынок. Расчеты по валюте были переведены на систему Т+1. Казахстанская фондовая биржа начала функционировать в качестве центрального контрагента. При управлении активами на внешнем рынке Национальный банк продолжает придерживаться принципов диверсификации и взвешенного подхода. Эффективное управление золотовалютными резервами помогает поддерживать нашу стабильность. С 2011 года Национальный банк реализует приоритетное право покупки золота на внутреннем рынке. Это позволило нарастить наши золотые резервы до уровня 350 тонн, что ставит Казахстан на 15 место в мире по запасам драгоценного металла. Наш опыт по управлению активами на внешнем рынке мы также используем для дальнейшей диверсификации пенсионных активов. Валютная часть пенсионных активов была нарощена. В настоящее время мы используем услуги внешних управляющих компаний для инвестирования как на развивающихся, так и на развитых рынках. Как следствие, обеспечивается реальная доходность по пенсионным накоплениям вкладчиков. Сегодняшняя тенденция на повышение транспарентности деятельности Национального банка способствует оживлению диалога между нами и общественностью. И это, несомненно, ведет к укреплению доверия к национальной валюте. Поздравляю с этим знаменательным днем для нашей страны и желаю нашей валюте дальнейшей стабильности.